Моника. Моника, не убегай от него. Моника приехала к нам на передержку. Монику купили 1.5 года назад. И она от этого же папы, что и этот малыш. Ко мне спряталась на ручке. Ко мне спряталась, да. Он очень активный. Ты тоже активная, между прочим, Моника. Чего ты? Зато я покажу в сравнении, какие вырастают малыши у нас в питомнике. Малыш. Очень красивый мальчик. Моника вообще красотка. Но она совсем не хочет с ним дружить. Совсем. Она не любит вообще собаку. Ну, конечно, она хочет, чтобы она была одна, единственная и любимая. Тут какой-то мальчик активный, маленький. Парочка. Ну, иди ко мне. Я возьму тебя на ручки. Иди ко мне. Или ты иди ко мне. Кто-нибудь, идите ко мне. Иду.